Future simple – это будущее простое время. Это время на самом деле можно назвать простым, ведь для образования future simple необходим глагол will и первая форма основного глагола. Для примера возьмем глагол to be. She will be in Tokyo next week. Она будет в Токио на следующей неделе. Вспомогательный глагол will и основной глагол в первой форме be. Для образования вопросительной формы необходимо поставить will перед подлежащим, а не после, как это происходит в утвердительном предложении. Например, will you be at home this evening? Ты будешь дома вечером? Отрицательная форма образуется путем добавления отрицательной части not к вспомогательному глаголу will. При этом будет не willn't, а won't. Например, I won't be here tomorrow. Меня здесь не будет завтра. Давайте теперь поговорим о случаях употребления future simple. Мы используем future simple, будущее простое время, когда говорим о прогнозах, предсказаниях на будущее. Leave the old bread in the garden. The birds will eat it. Оставь старый хлеб в саду. Птицы съедят его. Обещаниях. I'll help you with your homework. Я помогу тебе с домашним заданием. Сиюминутных решениях. I'm cold. I'll close the window. Мне холодно. Я закрою окно. Представим себе такую ситуацию. Ваша подруга много путешествует. Сегодня она в Москве, а завтра она летит в Италию. Как бы вы сказали, завтра она будет в Риме? А. Tomorrow she will in Rome. Б. Tomorrow she will be in Rome. Или С. Tomorrow she will to be in Rome. Оставляйте свои ответы в комментариях под видео. В описании под этим видео вы найдете ссылку на брошюру по всем английским временам. Там есть и бесплатная версия, поэтому скачивайте ее и щелкайте временами как носитель. Или оставляй заявку на первый бесплатный вводный урок.